Выборы состоялись. Гродненская областная избирательная комиссия подтвердила это сегодня официально. На заседании ее члены во главе с председателем Владимиром Хлябичем единогласно приняли решение об установлении результатов выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси 6-го созыва. На Гродненщине почти 600 тысяч жителей нашего региона отдали свой голос за одного из кандидатов в списке. Это 76,6% от общего числа избирателей. Комиссия подчеркнула, замечаний и нарушений в процессе выборов не было. С большим удовольствием хочу доложить, что сегодня во всех 13, без исключения, округах Гродненской области избраны депутаты Палаты представителей 6-го созыва. Через определенное время, это в течение месяца, они приступят к своей работе. И еще одни выборы станут историческим фактом, который мы с вами и члены окружных комиссий, участковых, своими подписями в протоколах зафиксируют. И это уже будет история, это будет уже новейшая история нашей страны.